ЧП в 24-м доме на улице Гвардейская случилось в ночь с 10 на 11 января. В больницу с отравлением попала целая семья. 3 взрослых и 2 ребенка. Все остались живы. Они отравились, а муж был на работе. Пришел с работы, как вот я слышала. Детишки маленькие. Они все лежат без сознания. Вызвал скорую, 2 скорых приезжала. И что-то уже где-то под утро, очень часа в 3 утра сильно там стучали. И то долбили, что. Жильцам одного из домов на Гагарина повезло меньше. От отравления погибла женщина и ее маленькая дочь. Позже выяснилось, что вентиляция была неисправна. Причем проверку газового оборудования проводили в доме накануне трагедии. Газовая компания пришла, от сих до сих свое проверила. Тяги нет. Запрещайте эксплуатацию оборудования. Ставьте пломбу, закрывайте кран, ставьте пломбу, отправляйте документы в жилищную инспекцию. Статистика отравлений в области ежегодно растет. По информации МЧС, в регионе с начала отопительного сезона произошло 20 случаев. 2 человека погибли. Для сравнения, в 2017-м таких ЧП было 5. Среди основных причин участившихся случаев отравлений специалисты называют неисправное газовое оборудование и отсутствие вентиляции в помещении. Участники совещания сходятся во мнении, работу по проверке необходимо усилить. Представитель газовой компании посетовал, что жильцы не всегда пускают газовиков в квартиры и вовремя выявить утечку порой невозможно. На что в РИО министр энергетики и ЖКХ посоветовал лучше выстраивать работу с населением. Если вы позвоните жителю, предупредите его о том, что завтра к вам в 10 утра придет наш сотрудник, который будет в специальной форме, иметь удостоверение. Тогда, естественно, и жители откликнутся на такую работу. Они будут понимать, что это плановая работа, нужная для них. Ситуацию будут держать на контроле. По итогам совещания принято решение создать специальную комиссию, куда войдут представители региональных властей, МЧС и газовых компаний, а также усилить проверки домов, где используются водонагревательные котлы и колонки. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков. События.